Всем привет, дорогие друзья! Очередной вопрос от подписчика моего канала. Он меняет масло каждый сезон, весной и осенью. Правильно он делает или нет? Тема сегодняшнего ролика именно об этом. Итак, друзья, если у вас большие пробеги, вы ездите много, и вы чередуете масла, допустим, вы заливаете на лето масло, допустим, какое-то погуще, на зиму пореже, тогда, конечно, вы делаете правильно. И тем более, если ваши интервалы, скажем так, между весной и осенью не менее 5000 километров, тогда, конечно же, это актуально. Но если у вас пробеги гораздо меньше, то нет никакого смысла менять каждый сезон масло. Достаточно поменять один раз в год масло, но только заливать хорошее масло, которое подходит и на зиму, и на лето. Какое же масло тогда лучше подобрать для двигателя, которое подойдет для холодной зимы и для относительно жаркого лета? Масло подойдет самой низкой первой цифры. Допустим, 0В, ну и какое вам подходит, 30 там или 40, или допустим 5В, 30 или 40. Это масла вот 0 и 5, именно для холодных климатов. Ну 0 это совсем уже для очень холодного климата, 5 это, скажем так, для более умеренного климата. Но помните, что вот эти масла 0 и 5, скажем так, первые цифры, их можно использовать также и летом. То есть эти масла будут себя вести в зимний, в холодный период просто лучше, они не будут замерзать. Но в летний период они себя будут вести абсолютно идентично. Поэтому вот это первое число именно и говорит о том, какое масло вам лучше залить. То есть если у вас слишком холодные зимы, скажем так, минус 30, минус 40, конечно, берите нулевочку. Но если мороз вашей зимы не доходит, скажем так, до 25, обычно в среднем, ну, самая холодная зима, это как у нас, к примеру, это минус 20, ну, бывает иногда там 22-23, то нам пятерочка в идеале. 5В30, 5В40, это вот масла, которые подходят идеально для нашего региона. А дальше подбирайте сами. Но, друзья, если у вас огромное желание есть менять масло каждый сезон, то, конечно же, меняйте. А если у вас есть желание менять каждый месяц, каждую неделю, то это вообще двигатель ваш скажет вам спасибо. Меняйте хоть каждый день, будет вообще идеально. Каждый день меняйте масло, и будет классно. Но это никому не нужно. Просто глупости, и все, выброшенные деньги. Идеальный вариант – это тот, о котором я вам только что рассказал. Надеюсь, друзья, этот видеоролик для вас оказался полезным. Если это так, обязательно ставим палец вверх, подписываемся на канал и не забываем нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Будьте здоровы, друзья! Всем пока!